Всем привет! С вами снова я, Лера. И сегодня я снимаю обзор моей коробочки, где у меня лежит почти все мое хламье. Да. Если вам нравится такого рода видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Коробка у меня, сама крышечка украшена моим именем, сердечками, вот такими вот штучками по краю. Давайте же заглянем внутрь. Внутри у меня выглядит это все вот так. Сейчас я вам все подробно расскажу. В правом для меня углу у меня лежит дырочка. Так. Вот так. Дырочка из резиночек. Если кто знает мультик «Время приключений», ставьте лайки. Дальше у меня здесь лежит ручка. Красная, не знаю, зачем я ее положила, наверное, просто для красоты. И на ней цветочек. Это обычная ручка. Дальше у меня вот тут мои самодельные усики. Та-да-да-дам. Для карандаша, который держится у меня. Ну, как вот, видите, держится. Последнее, что находится у меня в этом углу, это мои часы. Адидасовские, я их почти не ношу, просто уже про них забыла. А дальше перейдем к середине. Здесь у меня лежат мои стикеры. Сейчас я вам покажу. Подождите. Вот они. Мои стикеры. Их тут очень много, как вы видите. Это для моего скетчбука. Если кто смотрел, ставьте лайки. Дальше у меня тут тоже вот картинки всякие, короче, для скетчбука. Тетрадка моя со сценариями. Тут у меня тоже такая вот картиночка большая. И в левом углу у меня вот стоит такой вот мышонок. Вот, он просто здесь стоит, потому что он маленький, потеряется, а потом я его не найду, как всегда. Так что вот он теперь нашел свое место. Ну, а это было все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам не трудно. Пишите интересные комментарии, какие мне бы видео еще снимать. И на этом все. Пока!